Сегодня на набережной Тараса Шевченко было совершено покушение на генерала Иванова, следующего на встречу в парламент. Мерседес, начиненный взрывчаткой, врезался в Волгу. Генерал чудом остался жив, но его водитель погиб, и возбуждено уголовное дело. Я думаю, что все улики, найденные на месте преступления, говорят о признаках чеченского следа. Впрочем, эксклюзивный материал вы можете увидеть на нашем канале. Сегодня в Государственной Думе объявлен... Слушай, а я вчера Задоцкого опять в двух клипах видел. Я его каждый раз вижу, как телевизор включу. Что это все значит? Сниматься любит? Да, есть у него такая слабость. Мой тебе совет. Ты в это пока не суйся. Потом, может быть, узнаешь. Идет? Ладно. Включи телевизор. Срочно на работу. У нас кризис. Сева, все правительство стер.